потому что мы пилоты. Небо наш, родимый дом. Первым делом, самолеты. Ну а девушки потом. Монина отпраздновала свою 96-ю годовщину. Этот бывший военный городок – знаменитая кузница летного состава вооруженных сил. Здесь располагался один из первых в нашей стране военных аэродромов. В Монино готовила кадры для воздушных армий Академия имени Гагарина. В ней служили и учились 778 героев Советского Союза и России. Сейчас Монино знаменита еще и одним из крупнейших в мире авиационным музеем. Жители очень любят свой красивый, имеющий богатую историю городок. За последнее время в Монино многое сделано для улучшения комфортного проживания. Только за этот год удалось провести комплексное благоустройство 4 дворовых территорий, выполнены работы по асфальтированию пешеходных дорожек в рамках программы «Народные тропы». Очень много делается, очень много меняется. Сегодня, видите, много людей собралось. Вот, и надеюсь, что их будет все больше и больше радоваться тому, как мы работаем, как они живут, и будем работать также для них. Традиционно в Монино и на этом празднике тоже одни из самых уважаемых гостей – ветераны-летчики. Мы живем в таком комфортном городке, зеленом, обустроенном. Некоторые здесь уже живут больше около сотни лет. Оно за это время поменялось здорово, в лучшую сторону. Пусть Монино процветает. Всех благ, благополучия, и все пусть будут счастливы. Счастья всем и крепкого здоровья. Пусть все радуются и отдыхают. На празднике с зажигательными музыкальными номерами выступил Щелковский эстрадно-духовой оркестр. Сегодня в нашем репертуаре присутствуют также веселые авиационные задорные песни. Вот. Погода нам соблаговолила, к счастью, дождь временно прекратился, настроение отличное, радуемся жизни. Праздник получился красивым и душевным. Со сцены звучали поздравления. За успехи в труде многим жителям вручили грамоты и ценные подарки. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.